Что касается в Тюмени, напомню, здесь на улицах работает свыше 600 единиц техники. Убирают последствия вчерашней метели и то, что выпало еще в начале марта. В городе осадков уже зарегистрировано на 80% больше месячной нормы. Сильный снегопад, напомню, прошел 6 числа, 20 миллиметров за сутки в пересчете на талую воду. 19 марта было всего 3 миллиметра, хотя из-за сильного ветра у многих сложилось ощущение, что снега было намного больше. По нормативам, с дворовых территорий он должен быть убран в течение 7 суток, если выпадет до 5 миллиметров осадков за 12 часов. 10 суток дается, если выпадает от 6 до 19 миллиметров. На 14 суток отсрочки коммунальщики могут рассчитывать при осадках свыше 20 миллиметров. Но такое бывает крайне редко.